родителям электронно не надо, он формируется автоматически. При рождении ребенка полис также будет формироваться автоматически на основании сведений, полученных от госорганов. Подробнее об особенностях использования цифрового полиса ОМС рассказал вице-президент Всероссийского союза страховщиков Дмитрий Кузнецов. Появляется возможность с этого момента оформлять новый документ в электронном виде, как страховая компания, в то время реализованы будут сервисы на портале госуслуг, на котором, в частности, и планируется и подача формы заявления о...